300 миллионов рублей задолжали северодвинцы за отопление и горячую воду. В течение отопительного сезона ТГК-2 направила в городской суд 11 тысяч исков. Большинство удовлетворены. Должникам грозятся испортить отпуск. 749 человек рискуют лишиться права выезда за границу и путешествовать по России. По закону судебные приставы могут также арестовать личное имущество должника. В целом жители Северодвинска достаточно ответственно подходят к оплате счетов за отопление и горячее водоснабжение. Своевременно оплачивается около 98% выставленных счетов. Однако общая сумма долга остается значительной. Поэтому призываем тех, кто в течение отопительного сезона по каким-то причинам не смог вовремя оплатить коммунальные услуги, в самое кратчайшее время сделать это. Напомним, с 1 января пени и штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг увеличились до 30% годовых. Узнать о сумме задолженности за отопление и горячую воду в Северодвинске можно по адресу проспект Беломорский, дом 6, а также на официальном сайте службы судебных приставов или по многоканальному телефону 590143.